Да, Андрей, руку. Здесь такая спокойная улица в такое время. Сейчас где-то около 4 часов. Вы не представляете, что тут творится вечером. Ну, если смотрели мои стримы, то в принципе представляется. Баку, кафе Баку. Частенько меня спрашивали в комментариях про клубы. Вот один диско-клуб. Есть еще второй, но он с другой стороны от парка. Поэтому как-нибудь мы там тоже пройдемся, я покажу, где этот находится клуб. Андрей, что ты там сзади делаешь? С очками. Кому надо уголь? 30, 40, 60, 100. Давай, Андрей, руку. Парк не так давно, на той неделе, на этой неделе, сюда приезжал ревизор, покатался на некоторых аттракционах, и вроде как, пока по неофициальной информации, они получат табличку. Магазин Файна, мясо-молочная продукция, в том году мы часто покупали, в принципе и в этом, только в этом году почему-то нету свежего мяса. Надпись центральная, вход. Время работы с 18:00, пока лунопарк не работает. Ну вот сейчас подходим, знаете, кафе Фишка. Мы там тоже были, у меня есть ролик на канале, плейлист Кирилл по 2018. Мы там ужинали, наверное, и они сколько-то лет назад получили тоже табличку ревизора. А в этом году по неофициальной информации вроде как уже потеряли. По крайней мере, табличку уже не видно. Вот сам часть рынка. В принципе, рынок здесь по всей набережной, он так разбросан от начала до конца такими вот лоточками. Лита. Еще один магазин Файна, и рядом мясо. Я вот уже в этом году покупал там сырое мясо. Ролик уже есть на канале, можете зайти в плейлисты Кирилла 2019, перейти по ссылке и там найти в плейлисте этот ролик. На самом деле у меня очень много роликов по Кирилловке за тот год, уже на этот год в плейлисте 2019. Сегодня День Конституции Украины. Я думал, людей будет больше. Сейчас зайдем на один из центральных пляжей и посмотрим, сколько там отдыхающих. Что-то я думал, сегодня будет намного больше людей. Что ты, Денис, ой, Андрей? Туда пойдем? Не, пойдем, знаешь, туда, где... Пойдем на пляж, где вот этот вот памятник, где администрация. Вот кафе Будьма. Тоже у меня есть в плейлисте за 18 год. Мы тут обедали. Очень интересная получилась ситуация. Обязательно зайдите посмотреть в плейлист о Кирилловке 2018. Ну, это самая такая подвижная улица, самая туристическая.
Вот я читал в новостях, что перекрыли движение вроде как именно по этой улице. Но тем не менее автомобили почему-то ездят. Может, про другую улицу писали. Аптека, магазин «Дружба». Тут в этом году, в принципе, в том году можно рассчитываться карточками. Много людей. Хотя для выходного. На каждом углу продаются эти резиновые надувные игрушки для пляжа. Круги, зонтики. Что слева, что справа. Вот, меня спрашивали про кукурузу. Кукуруза 20 гривен. Сейчас попутно буду вспоминать, о чем меня спрашивали в комментариях. Моя чебуречная. Давайте глянем. С курицей 30. Нажмете на паузу на цене, которая вас заинтересовала, то я пойду дальше. Музыка играет. Музыка, лицензионная музыка, самый главный мой враг. Селфи-палки, именные ручки. Давайте посмотрим еще меню. Настоящая домашняя кухня. Хочешь пить? А мы сейчас зайдем в магазин «Альбатрос». Меня как раз спрашивали про детское питание. Сколько стоит. Там купим попить и посмотрим, сколько стоит детское питание. Восточные сладости, специи для шашлыка. Не подскажете, а специи для шашлыка сколько будет стоить? Нету? Там тоже рыночек. Ну вот весь рынок по этой улице разбросан в виде палаток. Сувенирчики. Рыба, вино. С той стороны продают одежду. Одежда и тоже вино. Комнаты. Сдаются комнаты, тоже спрашивали по поводу. Сдаются ли раздельно? Жаль, телефон никто не написал на воротах. Продукты. Единственный, который я, по крайней мере, нашел обменник здесь, это он вот тут находится. Сейчас сразу вам курс покажу. 26.08 доллар, 29.47 евро и российский 0.404. Вот обмен валют вот в этом уголке. Кому интересно, кому надо. Парикмахерская. Кстати, вроде тоже одна. Что-то я больше не находил парикмахерских. Кафе «Льдинка». В том году хотел зайти, не получилось. Может, в этом зайдем. Экскурсии. Соленые озера. Это отсюда можно... На Арабатку. Экскурсия. Ну да, Арабатская стрелка в основном. Единственная вот эта вот экскурсия Аскания Нова. Какой-то заповедник. А, еще какая-то ферма с Русина. Цен нет? А нет, цены есть. Оздоровительные экскурсии, мини-зоопарк, Аскани, горячий источник, соленые озера. А вот на самое интересное, почему-то цен нету. А нет, вот горячий источник, гейзер, грязевые ванны, соленые. Взрослые 300, а детские 280. Так, опять. Ну что, давайте, наверное,
завершать. Не забывайте поддерживать, проявлять активность. И до встречи в следующем ролике.